Каштанчики. Что-то они какие-то это пустоватые. Okay. Да нет. Первые, которые я брал, они вкуснее были. А зачем их надо резать? Ну, в видео так написано. То есть написано, говорят. Ну, наверное, чтобы кожура отделилась. Сейчас их еще водой нальем. Зальем и на полчаса. А потом духовку. И будем их обязательно. Знаешь, что у нас Лунтик так пристально смотрит? Ага. Колбасы хочет, дорогой, наверное. Мне вкусный. Очень вкусный. Да, он мягкий. Папа. Ага. Видишь? Вечно голодный. Ты же сказал видео, что у меня невкусная колбаска. Ну, мне невкусная. Ты не захотела пробовать. Тебе как-то раз она не понравилась. Ты сказала, больше не... Она, да, она всем не понравилась. А Фунтику понравилось. А можно назвать эту колбасу кошачью? Возможно. Да, да, мы забыли вкус. Я так и сказал, что мы забыли вкус говядины. Да, мы не привыкли к говядине. Говядина? Корова дорогая. Она вдвойне все дает. Так. Она там два штуки съела. Так, зальем водой. И на полчаса. Так, прошло полчаса. А, блин, я горячей водой залил, думал, подостыло, но нет. Ну, так вот, я не знаю, видно, не видно. Так вот видно, да? Они уже мягкие какие-то стали, ну то ладно. Нам же по рецепту надо все делать. Сейчас я солью и посмотрим, что дальше будет. Так, на пробу. Запах такой непонятный вообще какой-то. Ну ладно, да ладно. Так, ну в духовку их. И на полчаса где-то. Я температуру свою так примерно знаю. Как она будет. Ну вообще, короче, по рецепту 200 градусов на полчаса. Так, друзья, ну что, полчаса прошло у нас. Смотрим. Ну, выглядят. Ай. А может еще поставить? Ах ты, я горячий.
Сейчас я один возьму. Надо попробовать будет. А это мы пока засунем назад. Я их первый раз готовлю. До этого я их всегда ел сырыми. Ах ты. Ну да, видно, он, наверное, еще вот это не допекся. Вот это как пропекся. Вкус. Вкус даже не скажу какой. Картошка. Не картошка. Ну, вы знаете, вкусно. Я, короче, еще назад их поставил. Пускай дойдут. Так, попытка номер два. Ну, попробуем. А, горячий опять. Опять горячий из духовки. Что такое? Ну, первый блин, как всегда, говорят, комом. Я не знаю, у меня не получилось, как в кино в интернете. Ну, так вкуснее. Так что пробуйте. Но я думаю, в это время покупать их уже поздновато. Они какие-то не очень. А так ничего, можно есть. Все, всем пока. Лайки, комментарии. Подписка, отписка. Всем пока.